Клиент 397. Пройдите к окну 2. В пилотном проекте «Вежливая регистратура» Кумертауская городская больница участвует в числе первых в республике. С тем, как теперь изменилась система записи к врачам, увидел глава администрации Борис Беляев. В рамках программы полностью преобразован холл взрослой поликлиники. Здесь сделан современный ремонт, расширена зона ожидания, установлены удобные кресла. Новая регистратура безбарьерная, нет маленьких окошек. Искать крайних в очереди не придется. Талон к регистратору необходимо взять через информат, и уже потом на табло появится информация с номером талона и регистрационного стола. Оснащена система электронной очереди и голосовым оповещением. Главная задача была это добавить комфорта для посетителей нашей городской поликлиники. Понятно, что там совсем прям проблема очередей самой поликлиники от этого не ушла. Главная проблема это насытить кадрами, но все-таки мы хотели с помощью вот этих системы записи в регистратуру, с помощью вот того материально-технического оснащения, которое мы здесь применили, первое впечатление, первый вот этот вход в городскую поликлинику улучшить для населения, чтобы было чуть проще, чуть-чуть удобнее. Галина Булгакова в числе первых посетителей городской поликлиники столкнулась с новой системой записи к врачам. Женщина осталась довольна, ведь ей не пришлось стоять в очереди за талоном. Чисто, уютно, вот, приветливо. Все встречают, спрашивают, если что-то непонятно, объясняют. Вот. Ну, мне кажется, будет намного лучше, чем очереди вот эти вот, которые обычно собирались около регистратуры. Ну, намного удобнее, чем в эти окна, в дырочку в эту смотришь, не знаешь, с кем разговариваешь. Здесь все-таки как бы с живым человеком разговариваешь. Вот. Поэтому очень удобно. Медицинские карты пациентов теперь хранятся в отдельном помещении. В скором времени их планируют полностью перевести в электронный вариант. Это намного упрощает работу, говорят регистраторы. Во-первых, это скорость. Естественно, обработка данных клиента здесь намного выше, потому что ты не отвлекаешься на то, чтобы искать карточку, чтобы всю эту информацию перерабатывать. Ты просто записал человека, и он уже пошел там дальше к врачу. И следующий клиент подходит. В фойе стало больше справочных материалов для посетителей. В скором времени ожидающие смогут воспользоваться и интернетом Wi-Fi. Своими впечатлениями от увиденного поделился и глава администрации Борис Беляев. Впечатления очень хорошие, положительные. Мы, хочу отметить, первые среди моногородов, которые реконструировали входные группы у взрослой поликлиники. Отрадно отметить, что главный врач нашей больницы Олег Анатольевич Астахов понял ситуацию прямо, сориентировался вовремя и вот такой подарок, можно сказать, сделал для наших горожан, чтобы они себя чувствовали комфортно, когда приходят в больницу, чтобы они могли обратиться к врачу. Это здорово, это удобно, это комфортно, и хочу сказать, чтобы не приходили люди в больницу лечиться, а приходили для профилактики. В этот день только за первую половину дня к врачам обратилось более 400 человек. И это кроме тех, кто записался по телефону, через терминалы или интернет. Кстати, данные виды услуг также сохраняются. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин. Новости.